Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. Так Бальшалом говорит здесь, что что может человек сделать после всех усилий, которые он приложил, и все-таки он не чувствует, что он может отдавать. Так скажите, Рав, почему нам кажется, что ничего не помогает, чтобы прийти к тому самому ощущению, о котором он говорит? Ничего не помогает. Ну, во-первых, помогает. И помогает тем более, пока в том, что не есть ощущение, что не помогает. Да? А что если бы ты работал эгоистическим желанием? В эгоистическом желании, то тебе нужно показать, чего ты достигаешь, в чем твой успех. И вместе с этим есть еще что-то, в чем ты не добился успеха. Так мы строим эгоистические в эгоистических желаниях все виды отношений, и по отношению к детям, и между нами. Мы должны получить какой-то выигрыш, оплату, достижение, ощущение, понимание, какой-то приз. И затем продолжать. И этим мы, послушай, этим мы и развиваем эгоистическое кли. Мы должны развить кли отдачи. И поэтому мы не чувствуем на протяжении долгого-долгого времени никаких успехов. А наоборот, мы еще меньше понимаем, и меньше чувствуем, и меньше успеха и так далее и тому подобное. Почему? Для того, чтобы прийти к состоянию, когда мне не важен будет получение, то есть должен быть какое-то вознаграждение. А для нас важно будет само действие отдачи с нашей стороны. Насколько мы можем отдавать вот нас вместе к Творцу. Ты много раз об этом читал, но так вот пролистывал и оставлял. Но это, по сути, в этом цель. И поэтому мы не получаем той реакции, как получает в нашем мире эгоистический получающий келим, а получаем другую реакцию. То, что нет у меня, и еще нет у меня, и еще нет, и только разочарование, и тогда я должен преодолевать их за счет того, что я соединяюсь с товарищами, за счет того, что я соглашаюсь с тем, чтобы сделать еще шаг, еще день и еще день. И даже если мне от этого не будет никакого вознаграждения в мои получающие кели, именно так мы продвигаемся, пока монетка к монетке не соберется в большой счет. И когда соберутся все эти монеты, тогда будет большой хиссарон, и тогда мы начнем раскрывать в кли отдачи, когда мы с помощью наших усилий и за счет нашего терпения строим такое кли. Вот тогда мы сможем получить в него силу отдачи. Силу отдачи и ничего другого. И в этой силе отдачи, с этой силой отдачи продвигаться в подобии к Творцу.